Цена и качество в пользу этой сеялки. Добрый день, друзья! Приветствуем вас на канале RemSynthes СНГ. Мы продолжаем рассказывать вам о преимуществах работы сеялки прямого посева Sitch-6. На протяжении всего прошлого года данный агрегат пользовался большой популярностью не только в Украине, но и во многих других странах СНГ. Напомним, на наших каналах в YouTube вы имеете возможность посмотреть видео из испытаний данной сеялки, посевной кампании, а также полученных в итоге всходов. Данный видеоролик мы записывали в фермерском хозяйстве украинского агрария Анатолия на Луганщине. Как вы можете видеть на видео, на первом этапе ввода в эксплуатацию сеялки сервисная служба завода произвела досборку, установив транспортные, опорно-приводные колеса, дышло сеялки и маркера. Это те элементы, которые, чтобы не повредить, отправляются в хозяйство отдельными узлами, где затем уже устанавливаются на сеялку. Традиционно, после досборки сечи, установки норм высева и прокачивания гидравлической системы, наша сервисная служба выехала в поле, где, собственно, и завершила процесс ввода в эксплуатацию. Для тестового посева использовался трактор мощностью 130 лошадиных сил. Однако напомним вам, что для Sitch-6 в максимально загруженном состоянии мы рекомендуем иметь в своем распоряжении трактор мощностью не менее 150 лошадиных сил. Тест-посев показал эффективную работу сеялки в условиях ноутил, а также качественную заделку семян. Не зря же фермер сравнил Sitch с Great Plains, с которой Анатолий также знаком не понаслышке. Собственно, обо всем этом, а также о своих первых впечатлениях о работе сеялки Sitch-6, нам рассказал сам сельхозпроизводитель. Поздравляем вас с приобретением. Если можно, первое впечатление, откуда узнали о заводе и почему остановили свой выбор именно на таком агрегате? Ну, о заводе мы узнали из каналов интернета, просматривали, значит, репортажи смотрели само производство. Почему остановились? Ну, есть у нас сеялка Green Place, значит, Spartan. На наш объем ее недостаточно сеять, так. Вторую сеялку, такую комплекс купить, как бы это очень дорого, мы посчитали, при всех тех же возможностях и способностях, которые мы увидели сейчас вот у поля, я полагаю, что цена и качество в пользу этой сеялки. Дальше мы будем планировать посев, значит, два агрегата, Green Place и RemSynthes. Посмотрим, ну, на данный момент мне понравилась заделка в поле, прекрасная заделка, выдержана глубина посева, ну, агрегатировался трактор не тот, который у нас будет в дальнейшем работать, ну этот даже 130 лошадей справился с 6-метровой сеялочкой довольно нормально, хорошо. Ребята приехали, сеялку настроили, я так, ну, в районе 6-7 часов где-то потрудились, собрали. Ну что сказать о сервисе? Ну, я скажу, что впервые мы не принимали участие в сборке техники. Впервые. Единственное, там помогли, значит, подъемным краном это все дело упорядочить. А так ребята все сами сделали, объяснили доходчиво, показали все узлы на первое время, значит, техобслуживание какое провести, уход. Ну и, ну, в принципе, сложного ничего нету. Сеялка очень простая, без всяких электронных устройств и тому подобное. Так что, механизм, я надеюсь, что у нас очень удачное приобретение в плане, значит, ну, в плане качества посева, ну и в дальнейшем это все в финансах должно бы нам отработаться. Кроме того, значит, хочу сказать, что мы надеемся получим еще компенсацию на отечественную технику. Ну вот эти плюсы, как бы, они как-то и, ну, сама стоимость техники в пользу нашей техники украинского производства, а в данном случае RemSynthes, я полагаю, что успешно это самое внедряет производство по нулевой технологии, она сеет без особых затрат.
хорошо. Я думаю, что будет приобретение оправдано.